Привет всем, друзья! Добро пожаловать на канал Ароматы Кавказа. Сегодня я буду готовить фасоль или лобио, как на Грузии говорится. В Грузии из фасоли готовят очень много разновидностей блюд. Вот этот вид называется мерцхала, который я заранее замочил в воде. Замочил в воде. После замочения в воде, смотрите, как набухла у нас фасоль, как изменилась вся структура. Стало совсем другим. Сейчас поставим на огонь, пусть начинается вариться наша фасоль. В процессе варки расскажу, что на столе у меня есть. И организм человека не принимает олигосахариды. И появляются у нас газики. Поэтому мы замочили в воде обязательно. И плюс еще лучше, еще быстрее сварится фасоль. Первая причина. Вторая, друзья, когда будем варить сейчас фасоль, первую кипяченую воду обязательно убираем. У меня приправы, можно сказать, я все приправы использую. Здесь у меня сухая аджика, паприка, уцхо сунели, кинзи сунели или кориандр сунели. Здесь у меня вот такой перец для остроты. Зелень, здесь у меня кинза, петрушка, ньяхур. Ньяхур в переводе это сельдерей, ньяхур, как говорится у нас. Черный перец обязательно. И чили. Семена чили, друзья, это придаст остроту и свой вкус. Томатная паста, друзья, для жаржарки. Лук, масло, соль, зелень, обычно. У нас, друзья, фасоль уже кипит. Первую воду надо поменять обязательно. Обязательно, чтобы у нас животики газиков не было. Воду поменяли, поменяли, чистую воду залили. Добавляем сейчас фасоль. Накрываем крышкой и пусть варится. Фасоль, друзья, богат очень много минералами, друзья, витаминами, углеводами. Плюс полезные, полезный ингредиент. Кроме этого всего, друзья, фасоль в Грузии всегда был популярен, но из фасоли начали готовить разные блюда. Особенно популярным стал фасоль в 90-е годы, друзья. Те годы, когда после Советского Союза продуктов не было в магазинах, фасоль для Грузии стал ингредиентом таким, который, можно правильно сказать, помог Грузии выжить это время. Из фасоля готовили абсолютно все, много чего, много еды готовили. Было дешевым и доступным. В Армении, друзья, то же самое ситуацию. Помог, друзья, рыба сига. И сиги готовили, и котлеты, и суп варили, и жарили, парили. Абсолютно все делали из сиги. Сигу отправляли в Грузию, везде, отсюда фасоль шел. Армению, можно сказать, сига помог выжить в те годы. Грузию фасоль. 17 декабря. Есть в Грузии праздник. Барбароба называется. И во время этого праздника надо обязательно приготовить, везде обязательно готовится лобиани или блюдо какое-то из фасоли. А в основном готовят лобиани. Кто знает лобиани, уже понял, что это такое. Кто не знает, я обязательно приготовлю на моем канале, вы увидите. Это пирог с фасолью. Пирог готовили с фасолью, или хачапури с фасолью, но без сыра там. Вместо сыра фасоль. Друзья, фасоль у нас уже готов, отварился. Во время варки, как вы уже видели, я добавил лавровый лист. 3 лавровых листа. Снимаем с огня.
поставим в сторонку. Добавляем кусок сливочного масла, еще такой хороший. Добавляем сунели, друзья. Здесь у меня кинзи сунели, уцхо сунели и аджика. Сухая аджика, друзья. Добавляем паприку. Так называется приправа кондар. Это без этого фасоль не готовится в Грузии. Это неотменная часть фасоли. Сюда добавляем же томатную пасту. Или свежие помидоры, можете заблендировать и сок налить. Я томат использую, томатную пасту использую. Щепотку сахара. Это обязательно. Кондари, уцхо сунели, кинзи сунели, паприка, друзья, и аджика, сухая аджика. Друзья, помьем наш фасоль слегка. Посолим, друзья. И начнем хорошо вот так перемешивать, сделаем полупюреобразной массой. После того, как добавили зажарку нашу, хорошо перемешиваем. Добавляем зелень. Здесь у меня мята. Добавляем мяту тоже. Можете вы не добавлять мята, но придает блюду свежесть, свежий аромат. И перемешиваем. Закрываем вот эту дверцу. Закрываем отсюда заслонку. Все, огонь потушили. Вот так оставляем, чтобы питался весь вкус вместе с собой, перемешался хорошо, и пробуем, что у нас получилось. Друзья, достаем фасоль. В кирпичном хлебе, друзья, заливаем фасолью. Вот так. Подаем наш фасоль. И вот такой ассортимент из соленья, друзья. Все делала тетя, все домашнее. Так что пробуем, что у нас сегодня получилось, что мы сегодня приготовили. Друзья, острый,
и вкусный. Вот и память, друзья. Бомба. Вкусно, друзья. Советую, обязательно приготовьте фасоль по такому рецепту. Рецепт хороший, бомбический. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Не забываем про подписку. И пишите в роликах, что можно еще приготовить вкусного, ароматного. До новых встреч, друзья!